Как подготовить черенки винограда к посадке весной? Подготовка почвы и подготовка самих черенков посадки. Садоводы запасаются здоровыми черенками винограда для размножения, которые называют чубуками. Характеристика чубуков, пригодных к проращиванию, 20 см черенок, от 1 до 5 почек, толщиной с карандаш, в меру гибкий, с верхней части лозы, не переболевший. Заготовка и размножение черенков винограда не отнимет много времени и сил. Процедура доступна даже начинающему садоводу. Посадка сводится часто к нескольким этапам – сбор черенков, хранение, подготовка к посадке. Важно обратить внимание именно на хранение и подготовку черенков, а также землю и состав ингредиентов, чтобы задумка все-таки удалась. Подготовка черенков. Срезать верхние побеги, проведя нижний срез под углом. При необходимости верхний срез сделать прямым. Промыть черенки под водой, просушить насухо бумажными полотенцами и завернуть в полиэтиленовую пленку. Черенки запаслись влагой, теперь наша задача ее сохранить. Пленка в этом поможет, но в качестве защитного слоя ее недостаточно, поэтому оборачиваем черенки хлопчатобумажной тканью или мешковиной, а затем в непрозрачный полиэтилен. Хранят черенки винограда либо в погребе, либо в выкопанных траншеях. Место прохладное и темное. Подготовка черенков винограда к посадке весной. Весной мы достаем наши черенки из укрытия и подготавливаем посадки. Первым делом проводим осмотр, чтобы определить, не пострадали ли наши черенки. Есть ли следы гнили, плесени или другой болезни, то такой материал можно просто сжигать, для посадки он уже не годится. Как подготовить черенки винограда к посадке весной? Повторно промочить в прохладной воде, погрузить раствор марганцовки от 3 до 6 часов, обновить срезы по тем же направлениям, обработать низ черенков корнеобразующим препаратом. Для корнеобразования подходит сухой корневин, окунаем низ черенка прямо в пачку, затем немного стряхиваем и откладываем. Дополнительная стимуляция корней выполняется засечками по кольцу. Сделать кольцевые надрезы в нижней части черенка. В них быстрее проходит порошок для образования корней, и развитие в несколько раз ускоряется. Прорастить черенки винограда весной можно сразу в грунте, в южных регионах, где почва прогрелась, а температура устоялась, или же в емкостях с обедненной почвенной смесью. Земля для проращивания винограда черенками. Одна часть перегноя, три части универсальной или садовой земли, одна часть песка. Воткнуть черенки винограда вертикально до 5 см почвенную смесь. Поставить теплое место. На чубуки не должны воздействовать сквозняки или излишняя влага, либо перепады температуры. Почвенную смесь поливают, рыхлят и следят сквозь прозрачные стенки стаканчика, лучший вариант емкости, за образованием корней. Корневая система подрастет через 2-3 недели, после чего черенки помещают в подготовленный субстрат на участке. Садовую землю не заливаем, даем излишком влаги возможность испариться. Для стимуляции развития виноградной лозы из заготовленных черенков вносим минеральные удобрения после увлажнения почвы. Когда высаживать черенки винограда? К концу весны или середине лета. Ориентируйтесь на требования сорта и погоду в регионе. При пересадке следите за состоянием корней. Пишите в комментариях, как вы подготавливали черенки винограда к посадке и помогли ли наши советы.